Қазақстан Республикасының көлеңгелі экономикаға қарсы іс-қимылдың 2014-2015 жылдарға арналған өзектерілген кешенді осы жоспарын таныстыруға ұрсат етіңіздер. Жоспар 2013 жылғы 11 қазанда Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық дамуын қорытындылары бойынша үкіметтің кеңейтілген отырысында Қазақстан Республикасының президенті берілген тапсырманы іске асыруды үшін әзірленді. 26 ақпанда сіздің басшылығыңызбен, Серік Неметұлы, өткен кеңестің қорытындысы бойынша министрлік мемлекеттік органдарымен бірлесіп жоспарды сіздің тапсырмаларыңызға сәйкес пысықтады. Атап айтқанда, мұнай және газ министрлігімен бірлесіп мұнай және мұнай өнімдерін заңсыз айналымымен күрес бойынша іс-шараларды пысықталды. Бас прокуратурамен және қаржы полициямен бірлесіп қылмыстың жолымен алынған табыстарды заңдастыру мен заңсыз қызмет түрлерін жүзеге асыруға қарсы іс-шаралар қосылды. Іс-шаралар жоспарында көзделген негізгі тәсілдер бойынша баяндауға рұқсат етіңіз. 2012 жылы Қазақстандағы көлеңкелі экономиканың үлесі жалпы ішкі өнімге 19,2% құрады. Бұл 2015 жылғы деңгейден 0,9% төмен. Көлеңкелі экономиканың құрылымында жартысынан көбін бейресми қызмет арқылы тауарлар мен қызметтерді өндіріс алады. Яғни 54,2%, қалған бөлігі 45,8% жасырын қызметке тиесілі. Көлеңкелі экономиканың ең көп үлеске саудаға 22,9% ие, ауыл шаруашылығына 15,6%, көлікке 14,1%, жылжымайтын мүлік пен операцияларға 12% тиесілі. Осы көрсеткішті басқа елдермен салыстырсақ, онда 2012 жылы көлеңкелі экономиканың ең көп мөлшері Шығыс Еуропа мен және Балтық өнері елдерінде байқалады. Болгарияда 31,9%, Румынияда 29,1%, Литвада 28,5% және Эстонияда 28,2%. Дамыған елдерді көлеңкелі экономиканың мөлшері 10-12% шамасында. Көлеңкелі экономиканың деңгейін төмендету және қарсы іс-қимыл бойынша көзделген мақсатқа қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында көлеңкелі экономикаға қарсы күрестегі әлемдік тәжірибені зерделеп, мынадай тәсілдер негізге алынды. Біріншісі, көлеңкелі экономиканың пайда болуына ықпал ететін себеп салдарлық байланыстарды диагностикалау. Екінші, жүйелік және салалық сипаттағы шараларды әзірлей отырып, көлеңкелі экономиканың пайда болу себептерін жою. Үшіншісі, табысты әлемдік тәжірибені пайдалану. Төртіншісі, ең аз мемлекеттік шығындар мен әкімшілік ресурстары болған кезде барынша әсер беретін іс-шараларға баса назар аудара отырып, шаралар қабылдау. В целом, актуализированный план правительства состоит из 60 мероприятий. 2014-2015 годы борьба с теневой экономикой предусматривает реализацию мер общесистемного характера, а также мер по сокращению теневого производства в отраслях экономики. Общесистемные меры направлены на борьбу с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, развитие безналичных платежей, эффективное управление государственными финансами, совершенствование бизнес-среды и совершенствование оценки теневой экономики с учетом мировой практики. Меры по сокращению теневого производства в отраслях экономики предусматривают снижение теневого оборота в отраслях с наиболее высокой долей теневой экономики. Как я говорил ранее, это в первую очередь торговля, сельское хозяйство, транспорт, операции с недвижимым имуществом и отдельные виды промышленности. Первое – борьба с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей. За 2007-2013 годы количество налогоплательщиков, признанных лжепредприятиями, составило 1352. Сумма потерь по НДС составила 193 миллиарда тенге. Кроме того, в среднем за год порядка 6 тысяч налогоплательщиков не представляют, либо представляют нулевые декларации по НДС. При этом выписывали счета фактуры. В результате в среднем за год потери бюджета по оценкам по НДС составили 128 миллиардов тенге. В этой связи предлагается рассмотреть возможность введения специальных НДС-счетов, что приведет к исключению возможности использования схем по уклонению от уплаты НДС, соответственно, отсутствию целесообразности создания лжепредприятий. Одной из эффективных мер противодействия теневой экономике является внедрение электронных счетов фактур на обязательной основе для всех плательщиков НДС, что сократит издержки бизнеса и позволит оперативно выявлять факты выписки эффективных счетов фактуры, замены или их подделки. По оценке, реализация предлагаемых мероприятий позволит вывести теневой оборот порядка 1,1 триллиона тенге.
Для борьбы с лжепредпринимательством предусматривается принятие мер законодательного характера по ужесточению требований при постановке на учет по НДС. Также предусматривается получение налоговыми органами от уполномоченных организаций информации о наличии и движении денежных средств и ценных бумаг по налогоплательщикам, имеющим налоговую задолженность более 3 месяцев. Второе. Развитие безналичных платежей. В целом, по доле наличных средств в денежном обороте можно судить об объемах теневой экономики в той или иной стране. Чем больше ее доли, тем выше риск возникновения теневого оборота в экономике. Надо отметить, что в Казахстане в структуре денежной массы доля наличных денег по обращению последних годов постепенно снижается. За последние 10 лет она снизилась более чем в 2 раза, с 27% в 2000 году до 13% в 2013 году. В развивающихся странах этот показатель как раз составляет около 15%, а развитых на уровне 7,7-10%. В настоящее время существует заметная разница показателей развития рынка электронных банковских услуг по Казахстану, то есть высокие показатели в крупных городах и низкие по областям. Так, в 2013 году на город Алматы приходилось 31% всех посттерминалов, 20% всех банкоматов и 20% банковских киосков. В других регионах эти показатели не превышают 10%. Также по количеству терминалов в Казахстане на 1000 держателей платежных карт приходится 3 терминала. Тогда как в Великобритании на 1000 держателей приходится 8 терминалов, в Сингапуре 17, а в Швейцарии около 10. Для стимулирования безналичных платежей необходимо принять меры законодательного характера по вопросу обязательной установки посттерминала в сфере торговли и обслуживания и расширения обязательного применения контрольно-кассовых машин с сим-картами. В целях снижения объема обналичивания денег планируется введение обязательного уведомления при осуществлении крупных платежей в наличном порядке клиентами банка второго уровня. Установление лимита на снятие наличных денег в банковских счетах для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ожидаемым результатом от принятия мер будет рост объема безналичных платежей в среднем 5% в год. Третий блок, которому надо уделить особое внимание, считаем, что это управление государственными финансами. Финансовые нарушения в сфере государственных закупок и несовершенствование системы государственного финансового контроля создают благоприятные условия для ухода части государственных средств в тень. В сфере государственных закупок за 9 месяцев 2013 года из осуществленных проверок выявлено 1399 нарушений законодательства, или 45% от общего количества проверок государственных органов. С целью своевременного выявления нарушений и принятия соответствующих мер в рамках плана планируется внедрение системы управления рисками при планировании бюджетных расходов. В целях повышения эффективности управления и использования государственных средств и активов государства будет создан правовой механизм внедрения системы государственного аудита и выработка соответствующих рекомендаций. Кроме того, мы считаем, что начало работы единого организатора по государственным закупкам позволит значительно снизить количество нарушений при планировании и уже при использовании бюджетных средств. Совершенствование бизнес-среды. Административные барьеры являются одним из причин проявления теневого сектора экономики. Другой причиной функционирования бизнеса в теневом секторе является отсутствие стимулирующих факторов для их выхода. В рамках плана в настоящее время предусматривается расширение системы саморегулирования качества предоставляемых услуг бизнесом. Это, Сергей Ильич, в соответствии с вашим поручением мы эту работу начали. Пятое. Совершенствование оценки теневой экономики. В рамках реализации данного направления будет продолжена работа по совершенствованию статистической оценки теневой экономики. В 2014 году планируется принятие методики оценки объемов незаконной деятельности и теневой экономики по видам экономической деятельности. Наряду с общесистемными мерами в плане предусмотрены конкретные меры по снижению размеров теневого сектора в отдельных отраслях экономики. Торговля. Сегодня наибольший вклад в теневую экономику вносит сфера торговли. Как говорил ранее, что в 2012 году вклад торговли в теневую экономику составил 4,4% пункта от общего 19,2% ВВП. Основными проявлениями теневой экономики в отрасли торговли являются скрытое производство в целях уклонения от налогов и неформальный сектор, то есть стихийная торговля и неорганизованность торговых рынков. При этом для торговли характерна высокая доля самостоятельно занятых людей, это 52%, и неформально занятых. В сфере торговли сегодня порядка 50% занимают торговые рынки. При этом на долю рынков современным форматом торговли приходится всего лишь 17% торговых площадей. Значительная доля торговых рынков, которые работают неорганизованно или не приведена в современный формат, не способствует эффективному налоговому администрированию и, соответственно, увеличению налоговых выплат. Для решения этих проблем предусмотрено внесение законодательных мер по обязательному поэтапному переводу торговых рынков на современные форматы. Предлагается также включение строительства современных торговых объектов в перечень приоритетных отраслей экономики для привлечения инвестиций из сферы строительства, инфраструктуры и торговли в программе «Дорожная карта бизнеса 2020».
Помимо существования большого числа неорганизованных рынков, большой проблемой остается наличие незаконной стихийной торговли. В этой связи предлагается ужесточение административной ответственности за стихийную торговлю при одновременном увеличении коммунальных торговых площадей. В 2012 году доля теневой экономики в сельском хозяйстве составила 3% ВВП, при этом неформальная экономика в сельском хозяйстве составляет 68,5% КВДС отрасли, что является самым высоким уровнем. Основной причиной высокой доли теневой экономики в отрасли является значительная доля самостоятельно занятых в структуре занятого населения. В этой связи предлагается создание необходимых условий, стимулирующих мер по формализации населения, занятого в сельском хозяйстве, а также ужесточить ответственность работодателей, а также других сельскохозяйственных руководителей других сельскохозяйственных предприятий за найм работников без заключения трудовых договоров. Сохранению теневого сектора в отрасли способствует низкий уровень развития инфраструктуры и логистики в сельской местности, удаленность сельскохозяйственных товаропроизводителей от рынков сбыта, большое количество посредников при реализации продукции. Для решения этих проблем планируется формализация экономической деятельности в сельском хозяйстве в первую очередь через развитие сельхозкооперации. Для стимулирования развития сельхозкооперации будут предусмотрены меры субсидирования и финансовой поддержки таких образований. Кроме того, предусмотрено расширение сферы оказания государственных услуг в АПК в электронном формате. Если говорить о транспорте, то в 2012 году вклад транспорта в теневую экономику составил 2,7% пункта. Если по объему, это примерно 820 миллиардов тенге. Доля теневой экономики в структуре самой отрасли сегодня занимает 35,7%. Основная доля приходится на неформальную экономическую деятельность. В рамках плана будет усилен контроль на линии в отношении лиц, осуществляющих свою деятельность без регистрации и ответственность за соответствующее отсутствие документов и актов замера при перевозке грузов. Также будет продолжено и развитие внедрения и билетирования и программно-аппаратного комплекса «Мобильный терминал проводника» для фиксации и учета железнодорожных билетов. В 2012 году вклад отрасли, который является операцией с недвижимым имуществом, в теневой экономике составил 2,3% пункта или по оценкам около 700 миллиардов тенге. Основными проявлениями теневой экономики в данных отраслях являются неформальный сектор и скрытое оказание услуг в целях уклонения от налогов, в частности, сдача и аренда недвижимости. В этой связи предлагается законодательно ужесточить ответственность физических лиц, предоставляющих жилье в наем и получающих имущественный доход, к уплате суммы индивидуального подоходного налога и постановки на регистрационный учет в соответствующих налоговых органах. И хотел бы остановиться в конце на некоторых отраслях промышленности. Нарушения в отрасли промышленности в основном приходят в целях сокрытия реальных доходов при продаже нефти и нефтепродуктов на внутреннем и внешних рынках. Как установлено, хищение нефти происходит в основном двумя способами. Первый – это из различных нефтяных установок, временных хранилищ, ранее законсервированных скважин, расположенных на месторождениях, доступ к которым обеспечивается, как известно, незаконным способом. Второе – это так называемые врезки в существующие нефтепроводы. Остается нерешенным проблема экспорта нефти под видом всевозможных нефтепродуктов. Указанные операции проводятся с целью уклонения от уплаты экспортной пошлины и рентного налога. В целом, благоприятные условия для совершения преступления создает отсутствие недропользователями должного учета добываемого сырья. В рамках нашего плана предусмотрено утверждение перечня документов, подтверждающих легальность происхождения нефти, поступающей на переработку на НПЗ, и правил и требований контрольным приборам учета на НПЗ, нефтебазах и АЗС. Разработка процедуры отзыва паспорта производства, внесение в паспорт производства регламента на производство нефтепродуктов, соответствующего национальным стандартам. Введение нормы, предусматривающей исключение посредников по поставке нефти на НПЗ от недропользователя и до НПЗ до одного колена, а также по аналогии для самих мини-НПЗ. Помимо нефти и нефтепродуктов, высокий теневой оборот наблюдается в производстве алкогольной продукции, которая сегодня по оценке составляет от 25 до 30%. Для борьбы с нелегальным оборотом алкогольной продукции в настоящее время в парламент внесен законопроект, направленный на ужесточение условий производства и торговли алкогольной продукцией, ответственности за нарушение в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Спасибо большое за внимание.